Друзі дорогі, ми вас вітаємо в домі молитви. Сьогодні у нас таке особливе служіння, де ми говоримо, згадуємо і проважаємо в останню путь цієї землі нашого брата Паскалу Віктора. Дружина Віра, діти дорогі, ми вам виражаємо сердечні співчуття з приводу такого передчасного переходу вашого тата від цієї землі. Я вам хочу сказати, друзі дорогі, що тато завжди потрібний. І навіть тоді, коли ми виростаємо, і в нас є живі батьки, і ми думаємо, що ми вже без них обійдемось. Але я вам хочу сказати, тато завжди потрібний, і мама завжди потрібна. Я завжди розказую, коли помирають наші брати, я в 20 років прийшов з армії, служив під Мурманськом в холодному сівері. І коли прийшов з армії, поїхав, став на учет в воєнкоматі, приїхав додому, а тато сидить і читає газету. Я зайшов, він підняв очі, каже, ти прийшов, синок? Я кажу, да. А він каже, іди сядь мені на руки. А я тільки з армії прийшов. Я кажу, тато, я младший сержант запасу. Я 2 роки провів на севері, де сильні морози, де я оставався один із своїми солдатами, а ти кажеш мені, сядь на руки. А він каже, а ти завжди для мене, синок. Ти завжди для мене, дитина. Може, вам захочеться зайти в ту кімнату, підійти до тата, а вона вже те ліжко пусте. Тому ми сьогодні прийшли разом з вами помолитися, потішити вас, підтримати вас в цій долині скорбот, яку ви пройшли і проходите. Ваш тато пройшов долину смертної тіні, а ви проходите долину сліз. І ми сьогодні разом з вами, друзі дорогі, і хто раніше знав брата Віктора, хто і родичі, я вас тут всіх не знаю, ми вам щиро дякуємо, що ви прийшли для того, щоб підтримати. І написано, що краще піти в дом плача, краще піти. Тому що розумний послухає і прикладе до серця свого. Безумовно, що за час служіння приходилось хоронити багато людей, і дітей, і молодших, і старших. І ви знаєте, приблизно останній час, десь років 20, коли помирає людина, і тільки я почув, що людина померла, десь всередині зразу вискакує місце із Біблії, яке би тобі прочитати. І коли Вадим об'явив і сказав, що брат Віктор перейшов, і в мене зразу думка скочила, що би я прочитав ось цей вечір прощання. Книга пророка Ісаїї. Я прочитаю і на російській, і на українській мові. На російській, до речі, воно краще тут звучить, навіть, чим на українській. 38 розділ, книга пророка Ісаїї. «В ті дні Єзекія заболів смертельно, і прийшов к нему пророк Ісаїя, сина Моса, і сказав йому, так говорить Господь, зділай завіщання для дому твоєго, ібо ти умреш і не виздоровієш». Ви знаєте, що багато ходило, і ми ходили, приходили для того, щоб помолити, тому що Віктор заболів. Ось, і що сталося, то я зрозумів, що Господь сказав, що досить для тебе, довольно для тебе благодаті моєї. І ми приймаємо волю Божу те, що сталося. Тогда Єзекія отвернувся лицом к стіні і молився Господу, говоря, «О Господі! Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делаю угодно в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно. Вспомни, Господи. Проходить життя наше і людей, і інколи нема що згадати і вспомнити. Сьогодні ми будемо згадувати цей вечір короткі наші спогади. І дивіться, що він молився. Як Єзекія в смертельній молитві молився до Господа з 12-го віршу. «Жилище моє знімається з міста і уноситься від мене, як шалаш пастушеський. Я должен отрізати, подобно ткачу, життя мою.
Он отрежет меня от основы. День и ночь ждал я, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра, подобно льву сокрушались кости мои. День и ночь ждал, что ты пошлешь мне кончину. 14 верш. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки, тосковал, как голубь, уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно спаси мне. Что скажу? Он сказал, он и сделал. Тут тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горесть души моей. Господи, так живут и во всем этом жизнь моего духа. Ты исцелишь меня и даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. Подобно ткачу ты отрезал жизнь мою. В половине дней ты приполовинил жизнь мою. Ось так, як здоровий клубок, ниток, і ще не кончилась вона, а вже треба було отрезати. І Єзекія каже, що в половині дней моїх, при половині ти отрезав подобно ткачу жизнь, нить мою. Я тоскував, як ласкаточка, а мені, знаєте, що на серце положилось? Що як голуб я тоскував. Вот это место, которое вошло мне в мысль и в сердце. Когда мы приходили провідувати его, спочатку он говорил, а потом уже воркував, как голубь. Такая жизнь каждого из нас, друзья дорогие. Поэтому пройшовши долину плача і пройшовши долину смертної тіні, Господь його покликав до себе. Ми признаємо суверенність і авторитет Бога і розуміємо, що у Господа немає помилок. Що я роблю тепер, ти не розумієш, а після ти зрозумієш. Тому, сестра Віра, діти дорогі, Господь дав вам батька, і сказав, Господь дав, і Господь взяв, хай буде ім'я Господнє благословене. Давайте ми помолимося перед початком нашого служіння. Боже наш, ти повертаєш до поруху людину і кажеш, верніться, людські сини. Ми дякуємо тобі за нашого брата Віктора, який любив тебе, любив церкву. І коли він прийшов до нас в церкву, переживав за діло і стремився, і не тільки словом, а й фінансами, і засобами, і своєю участю стремився підтримати служіння серед народу Твого. Він спішив жити, спішив ще зробити для нашого Господа. Я дякую Тобі, що за це життя Ти дав йому дружину, дав йому чудових діток, Господи. І до великого жалю не дочекався свого онука. І Ти розпорядився, щоб він покинув цю землю. Ти перерізав нитку його життя. Він тоскував, як голуб, і хотів же зустрітися з тобою, з нашим Господом. І ми просили тебе, і молили тебе, і умоляли тебе. І ти розпорядився забрати його від цієї землі. Тому ми, віруючі люди, ми все приймаємо, як від руки твоєї. Ми дякуємо, що він пізнав Господа, прийняв Ісуса Христа, любив тебе, служив тебе. Тобі. І наступила така мить на землі, коли ти йому сказав, Віктор, взійди сюди. І він покинув землю і прийшов до тебе. Потіш рідних і близьких в цій розлуці. Розлука тимчасова тут на землі. Попереду буде блаженна вічність з нашим Господом Ісусом Христом і всіма святими. І так, як ти прославлявся в житті Віктора, так будь і прославлений в цей вечір, вечір святкування життя. Ти переміг смерть і даруєш нам цю перемогу в Ісусі Христі. Ти первісток воскрес із мертвих, а потім Христові в пришесті Твому. Дякуємо тобі за слово, дякуємо тобі за Духа Святого, за потіху, яку ти даєш для нас. І в цей вечір будь потіхою для кожного з нас і для всіх рідних. Прошу це тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Слава Иисусу Христу! Присаживайтесь. Дорогие друзья, меня зовут Вадим, я один из служителей в этой поместной церкви. Я хочу от имени всего родства, всех детей, зятя и даже будущих внуков, хотим вас поблагодарить сердечно за то, что вы сегодня пришли в этот особенный вечер для нашей церкви, особенный вечер и для веры, и для всех детей. Я с Витей провел очень много времени, я много буду рассказывать об этом, а именно период его болезни, перехода к Богу. И как-то я его спросил: Витя, а если вот Бог даст так, что заберет тебя с этой земли, как должно быть прощание? И он в последнее время, кто с вас был знаком, он так сложновато говорил. У него была одна такая любимая фраза, когда его что-то спрашивал, он говорит: а я что, я ничего, я болею, мне можно. И вот этой фразы у меня не было никаких аргументов на эту фразу. И вот когда я его спросил, какое должно быть прощание, он сказал только одно слово. Он так его долго говорил и говорит: радостно. Радостно. Мы христиане, we celebrate life. Мы должны понимать, и мы понимаем, что Виктор с Богом. И сегодня мы вспоминаем о нем. И мы говорим о том, какой великий Бог был в его жизни. И сколько Бог сделал через его жизнь. И сегодня все, что будет происходить, о всем, о чем мы будем говорить, мы хотели бы просто, чтобы каждый из нас мог увидеть из разных моментов жизни нашего брата, великого Бога, которому Витя служил, которого Витя любил, поклонялся и о котором он свидетельствовал другим людям. Поэтому мы хотели, возможно, вы не очень знаете историю Вити, не знаете его жизнь настолько. Мы хотели начать именно с некролога, с истории, с слайд-шоу, для того, чтобы мы познакомились и могли понимать, вот кто это был, что это был за человек здесь на земле. И сейчас сын его и зять, он зачитает некролог, и мы будем внимательны. Пожалуйста. Hello. Thank you all for coming to celebrate the life of Victor. My name is Joel Rundle. I'm the favorite son-in-law and the only son-in-law. I will be sharing the eulogy on the behalf of the Pascal family. Victor was born in a small town in Moldova, January 24th, 1978. He's the youngest of three, and I'm sure his siblings would agree that he was the most spoiled one. From the start, he was a very social kid. His mom told us that at the start of first grade, he knew everyone's names in his class. Victor never even knew how to speak Moldavian, but that did not prevent him from making Moldavian friends and playing all kinds of sports and getting into all kinds of mischief. Later in life, Victor finished biblical theology. Well, almost finished it, because in 2001, Victor would find himself moving to America with his wife and kids. Although it has been many years since being in Moldova, Victor is still in touch with his classmates and consistently connects, prays with them and for them. In America, Victor worked hard providing for his family. He had many precarious jobs, and his primary job was a maintenance technician. This job was merely a stepping stone to his true dream of owning a business. Victor was never a quitter. Vera can attest to it. Because his dream did not come easy. He worked hard to be where the Lord was leading him to go. Victor and Vera met in 1994 and fell head over heels for his future wife. They got married in 1998 and had five beautiful children: Anastasia, Toma, George, Jeremiah, and Timothy. Last year, Victor and Vera celebrated 24 amazing years together. They shared the same goal and visions in serving the Lord together. They made lots of friends, and many of which are here today. After many trials and errors, Victor opened his business in 2015. Victor knew he wanted his business to be a family one, so he, his wife, and his kids worked together in coming up with a business name, which you all know as Happy Hammer. Amazingly, this name was perfect because it not only described their hope in serving people with a smile, but it also reflected Victor and Vera's teamwork. One customer describes it as,
Victor being the happy and Vera being the hammer. Victor was very active in the church. He spent many hours volunteering as a leader for the youth. He was known for his humorous, calm demeanor. He was always ready to help, always ready to listen and ready to strengthen people's faith and walk with the Lord. He was very generous in supporting the mission of the church because he truly believed that everything God has given us is so that we can also give back. After he had left leadership, he was always praying for the leaders and the people under his care. He loved singing, playing the guitar with his wife. They wrote many songs and were singing with him, along with the youth. Not to mention, among singing and writing songs, my father-in-law was passionate about shooting guns. Not just any guns, as many guns as he could get his hands on, right? As we were writing this, we wanted to share a story, our favorite memory of Victor, that just encapsulate who he is. Almost 2 years ago, my wife and I were getting married here at this church. The night before the wedding, we were doing rehearsal, and Victor was all smiles and couldn't be happier. Even during the wedding, and the long day it was, Victor had a positive and upbeat attitude. Little did we know that for the last 2 days, he had a horrible migraine. But despite immense pain, Victor never made it about himself. He always was looking to serve others. Thank you. Many of you have experienced Victor's character and willingness to serve. We would love to take a moment for those who are willing to share a funny or favorite memory of Victor. And sometimes he would have, like, I remember one time he had flowers, and I was thinking, man, she's so spoiled. My husband doesn't bring me flowers after I serve the kids, but he just loved her so much, and I just always loved that about him, and I loved their vision that he said, like, I remember talking with her while watching the kids, and she said, like, Victor was saying everything they had, like, he wants to use it for the Lord. And because of that, that was, like, deep in my heart. I'm like, I want to be like that. Like, I want to follow after that. So because of him, I'm going to continue doing that. So I'm doing it for the Lord, and I'm doing it for Victor. Thank you so much for your good word. А у нас будет еще часть, где мы сможем рассказать разные свидетельства. Сейчас у нас будет слайд-шоу, мы сможем посмотреть о жизни Виктора. После этого я просил бы, чтобы хор вы приготовились. Потом будет стихотворение дяди. И после этого по программе у нас еще огромная программа, есть много желающих. Поэтому, друзья, мы очень будем благодарны. Будет целый блок, кто захочет несколько минут поделиться именно соприкосновением вашей жизни вместе с Витей. Пожалуйста, слайд-шоу и после этого хор. Thank you.
Хочу сказать, что Виктор был долго частью нашего хора, пел с нами, был очень ревностным, посещал всегда, без опозданий, всегда был на служении с нами. Мы очень благодарны Богу за то, что он был с нами, и мы могли нести служение вместе с ним. Слава Богу. Разлука, расставание – это всегда тяжко. Это скорбь тела, скорбь сердца, скорбь души. Особенно, когда близкий вам человек заботился о вас, любил вас. Потому, Вера и детки, примите наши соболезнования. Мы жалко утешители. Да утешит вас Господь своим небесным утешением, даст вам силы пройти это испытание до конца. У меня много племянников, особенно здесь в Сакраменто. Все они добрые, хорошие.
все радуют меня. А за Виктора я хотел бы сказать, с самого детства, сколько его помню, он всегда был веселый такой, зажигатель. Если мне было скучно, и всегда общаясь с ним, мне казалось, у этого парня не бывает проблем. Ну, не должно у него быть проблем. Он такой американец, еще там был. И, конечно, у него были проблемы, как у всех нас, только характер у него был добрый. Даже вот когда уже случилась эта тяжкая болезнь, химии, операции, опять химии, он и тогда оставался самим собой. Не роптал, не нарекал ни на кого, не ожесточил своего сердца. И как-то незадолго до его отхода, общаясь по телефону со своей сестрой Надей, я спрашиваю, как там Витек? Она говорит, угасает, уже не поднимается, не разговаривает, но улыбкой встречает, улыбкой провожает. И вспомнил мне слова Иова, где написано, человек рождается на страдания, чтоб как искры устремиться вверх. Наш Виктор устремился вверх к Господу такой яркой, светлой искрой. Слава Богу. Через долину смертной тени, через слезы, через боль проходил, склоня колени от суета земных домой. Выпивал страдания чашу, чашу горечи до дна. Шел Витек в отчизну нашу, ведь она у нас одна. Боль свою превозмогая среди горя и беды, ждал Иисуса, умоляя возмущение воды. Ждал и верил, и молился, и готовился, как мог. Дух его к Отцу стремился, твоя воля, ты мой Бог. Ты мой Бог и мой Создатель, Искупитель и Творец жизни сей и вечной Датель, и начало, и конец. Устремился вверх искрою к Богу, к светлым небесам, возвещая нам с тобою скорби здесь, а радость там. Знал, воскреснет к жизни новой, к вечности, ведь он Христовый и для нас примером был, верил, Господа любил. Друг, влекут нас в жизни розы, манят о себе мечты. День пришел, а там лишь слезы. Как тогда поступишь ты? В добром здравии сознании или горе и беде, дай, Господь, одно желание – ближе быть всегда к тебе. А когда пошлешь за мною светлых ангелов своих, дай взметнуться мне искрою, дай свечой быть для других. Аминь. Thank you.
Thank you.
Good evening, congregation. All the friends, family, and all of you that, who knew Victor Pascal, as well as their family, were here. And we are here replacing one group with another. This is a small community group where George attends, and we call each other family, friends. We gather together to worship, and we have fellowship together as Christians, as brothers and sisters that we are called to be. And with that being said, we're here tonight for Pascal's family. We're here tonight to celebrate life. And as brother said before me earlier, I can testify to that. We are here to celebrate Victor Pascal's life, not only how he lived his life for his wife, for his children, how he's lived his life for friends, family, and those that he knew around him, but through all of it, how he lived his life serving Christ, his Savior, Lord, God. And I could testify to that, knowing Victor as my friend. He was a great friend to have. Always was a positive man, always was good to be around. And through all of it, he always had to bring Christ into the picture. And that is something that we all can learn from. And with that being said, together, as we celebrate Victor and his life here tonight, I'd like to let the family know and the friends know that we love you dearly. We keep you in our prayers. And we're here for you and with you. And I know that the Lord has not forgotten you. And at the group, George would bring the one of the needs up, and he'd say, I have a need. And each group, we would conclude with a final prayer with needs and praises. And every group, George would ask us to continuously pray for his father, for his health, and for his family. And we did. We did just that. We've prayed for no less or no greater, for God's will to be in all of it. And if God was to take Victor back or home, that he would prepare and keep the family strong, their faith and their love for Christ. And I also want to share with something from the scripture that Apostle Paul here says in Romans. He's writing to Romans chapter 14 and verse 8 says, like, for if we live, we live for the Lord, and if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord's. Or as Apostle Paul puts it here, that we live to the Lord, and eventually we all will die. And Christians die for the Lord as well. So whether we're alive or dead, believers, Christians, the Lord owns us. And therefore, Victor is owned by the Lord, and he is, we believe, and we want to believe, is with the Lord. With that, we'd like to worship together. If you guys know the songs, please worship together with us. Thank you.
Большое спасибо, молодежь. Спасибо за участие. Друзья, сейчас по программе «Квартет». Если вы записывались в программу, пожалуйста, вы можете выходить. И после этого мы будем иметь блог, такое свидетельство. If you guys just came, so if you need translation to English language, you can raise up your hands and we're going to give you a special a thing that's going to make translation for you. So please, you can raise up your hands. Usher is going to serve you. Thank you. Позови меня, Господь, даль небесную, для души земная плоть так тесна. Вечер тени разбросал, поздно, Господи, недоступны мне пока небеса. Вечер тени разбросал, поздно, Господи, недоступны мне пока небеса. Позови к себе, Иисус, дальнюю безбрежную, я хочу с собою быть навсегда. Сока я в небеса, да просят меня друзья, дети близкие, что прошусь до срока я в небеса. А в ответ такая тишь, позови, а ты молчишь. Отче, я хочу домой, домой, дай услышать голос твой. А в ответ такая тишь, позови, а ты молчишь. Отче, я хочу домой, домой. Слава Богу! Дорогие друзья, возможно, сегодня кто-то думает, или часто люди бывают так думают, а зачем делать вечер памяти? А зачем, когда делают предпохороны, говорят о том, что хорошего сделал человек в жизни?
Я был свидетелем истории, когда дети на одном из похоронных служений услышали много о своем отце, чего они не знали никогда. Они услышали, насколько большое благословение Бог через него принес в жизни других людей. И этот сын после похорон своего отца говорит: «Ты знаешь, это меня вдохновило. Я такой рад от того, что мой папа, он был не просто христианином, а он сыграл роли в жизни других людей. И это принесло мне такой запал, чтобы я мог быть благословением для других людей». Поэтому сегодня я приглашаю вас в специальный такой блог, чтобы вы могли, кто имеет желание, возможность, несколько минут поделиться именно вещами, которые принесли радость в вашу жизнь от соприкосновения с нашим братом Виктором. И эти слова подбодрения, эти слова утешения, эти слова радости, они утешат и родственников, близких, и нам дадут больше возможность возблагодарить Бога за то, что Бог делал через Витю в жизни других людей. Я думаю, хорошо бы было, чтобы первый, вот, пока вы думаете, кто готов идти, у нас семейная атмосфера, вы можете говорить все. Вы просто от души скажите несколько слов, вот, что Бог положил вам на сердце. Мы начнем с Миши Бельского. Он говорит: «Я, пастор, уже не могу дождаться что-то сказать. Очень хочу поделиться. Я даже смотрю, он немного набрал веса, я его давно не видел. Вы знаете, поправился, чтобы лучше выглядеть авторитетнее вот сегодня вместе с нами». Я знаю, что Витя много проводил времени с этим человеком, дружил вместе с ним. И даже были моменты, когда мы вместе имели общение. Миша, проходи, бери микрофон, проходи сюда. Ты тоже веса не убавил, между прочим. Все, давай, говори, больше ничего лишнего. Еще раз принести свои соболезнования Вере, Настюша, Томочка, Жора, Иеремия, Тима, Рая, Сережа. Глубокие соболезнования от имени нашей семьи. Я хотел бы прочитать из Филиппийцам с 3 главы 2 стиха, которые, мне кажется, очень-очень подходят к этой ситуации. Филиппийцам 3 глава 20-21 стих написано так: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все». У меня есть очень много историй про Витю. Я думаю, я могу занять все оставшееся время. Очень немногие в этом зале знали его больше, чем я. Я так не думаю, я знаю. Я в этом уверен. Дружба длиной почти в 27 лет. Очень многие здесь даже столько не прожили. Очень много всего произошло. Была помощь, была поддержка, было совместное служение, что мы только вместе не делали. И в сценках играли, и пели, и проповедовали, и учили. Как-то так получилось, знаете, бывает, что вот дружба идет с человеком, и как-то вот жизнь раскидывает вас в разные стороны. Вот. Особенно там друзья детства, да, или друзья юности. Так вот разнесло, потом встречаешься через 20, через 30 лет. Почему-то Господь так сделал, что вот в свете у нас практически все время линии как-то шли достаточно близко. Не было таких длительных разлук. Все время были друг у друга на виду. И не все было гладко. Как в любой настоящей дружбе, были споры, были несогласия, были обиды, потом было примирение. Была такая земная дружба, несовершенная. Я знаю Витю с 96-го года. Как я уже сказал, если рассказывать, то я займу слишком много времени. Поэтому я предоставлю возможность
больше рассказать другим отдельных историй, что я говорю, у меня их слишком много. И грустных, и смешных, и нравоучительных. Поэтому истории рассказывать не буду. Во-первых, это неправильно по отношению к другим, которые хотели бы поделиться. А во-вторых, потому что в центре сегодняшнего вечера не Витя. Не Витя. Вити даже нет здесь сегодня. Его тела здесь нет, его души здесь нет. А кто сегодня в центре внимания? Кто сегодня должен быть в центре внимания? Это Христос. Это Христос. Это тот, который воскресил Витину душу к новой жизни. Тот, который умер за грехи наши по Писанию. Который был погребен, который воскрес третий день по Писанию. Который явился многим свидетелям. Которого мы, не видевши, любим. И радуемся радостью неизреченную, преславную. Мы, не видевши, любим. А вот Витя видит. Видит и радуется. Последние месяцы Витиной жизни, они были поразительным контрастом со всей его жизнью предыдущей. Как уже говорили, это не был человек, который любил сидеть сложа руки, любил сидеть спокойно. Я не знаю, почему Господь так устроил, что последние несколько месяцев он не мог двигаться и не мог разговаривать. Я не знаю, почему. Но я знаю, что сейчас у него этой проблемы нет. Он уже не ищет слова. Он видит славу Христову, он видит красоту Господа Иисуса Христа. И он не ищет слов для хвалы, потому что эта хвала переполняет его сердце. Он переполнен этой хвалой, и она льется без остановки. И он не стеснен в движениях, как это было в последние дни его жизни. Потому что его душа отделена от тела и не зависит от тела. А когда его тело и душа снова объединятся, когда Христос придет, в воскресенье, тогда это будет новое тело, без немощи, без болезней. Это Писание нам говорит. Господь Иисус униженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Силу, которой он действует и покоряет в себе все. Почему Витя сейчас на небе со Христом? Почему? Мы говорим о том, какой он был хороший, какой он был замечательный, какой он был душа человека, и все это так. Но не благодаря этому он попал на небо. Некоторые похоронные служения послушаешь и удивляешься. Такой хороший человек был, зачем ему Христос вообще был нужен? Ну, Витя, он был такой же, как мы, да? Как и мы сейчас боремся с грехом, боремся с искушениями, боремся со всем, что отвлекает нас от Христа. Он также боролся. И он также нуждался в благодати Христовой. И только по этой благодати он сейчас находится перед Господом. Только по благодати Христовой. И только этой благодатью он жил, служил, любил, работал, воспитывал детей. И только этой благодатью мы живем с вами. Ничего другого у нас нет. Думаем, что есть, но ошибаемся. Хочется сказать, теперь для Вити есть только Христос, но это неправильно. И раньше для него был только Христос, и для всех нас только Христос. Мы им живем, движемся и существуем, и нуждаемся в нем постоянно. А здесь на земле мы гости, мы странники, пытаемся обустроиться, пытаемся создать себе комфорт и забываем часто, что наше жительство на небесах. И этот вечер – это напоминание нам о том, насколько временно наше пребывание здесь. Мы думаем, может быть, как много еще времени, но мы не знаем. Мы понятия не имеем. Витя сейчас с нами нет, но
это его проповедь. Это проповедь о том, что нужно быть готовыми. Нужно все, что есть, отдавать тут Господу, пока мы здесь, Господу и ближним. Наше жительство на небесах. Если будем думать о Вите, о том, как ему было тяжело, как было плохо, как вот мы будет грусть, а это не то, что он хотел бы, как Вадим сказал в начале. А в центре должен быть Христос. Тогда все встанет на свои места. Только Христос. Аминь. Дорогие друзья, рад приветствовать вас. Друзья, вы знаете, я трошки размовляю на украинской мове, трошки. Я сам тоже из Молдавии, как и Витя. Только він, як ми називали його, це сепаратист, він з Придністров'я, приїхав до нас в Кишиньов. Ну, я сам з Бельц, я ще з Сєвєр, я ще хуже сепаратист. Ну, ви знаєте, коли ми познайомилися в Молдавії, я удивлявся з того, я був холостяком, він був вже женатий. І ми займалися одним служенням з молодежью, з невіруючою молодежью. Не с церковью, не с молодежью, которая ходит в церковь. Мы ходили по дворам, мы приглашали молодежь, мы так называли это клуб, и мы с ними общались. И тут в один момент мы решили сделать лагерь для неверующей молодежи. И я говорю: Витя, это неверующая молодежь абсолютно, я их не знаю. Как ты можешь? Он говорит: Витя, давай, он мой тезка. И мы в один вечер планировали это служение, молодежный лагерь. И я говорю: слушай, а как тебя вера отпустит? Больше половины это молодые девушки. Как тебя вера отпустит в этот молодежный лагерь? Я не женатый, а ты-то женатый. Все будет нормально. Вы знаете, как Миша говорил сегодня, что Витя смотрел на Христа. И для меня в тот момент это было просто непонятно. Мы набрали команду ребят, христиан, верующих молодежи, поехали в лагерь. Ситуация очень простая. 45 человек, 46 абсолютно неверующие молодежи и 15 лидеров, можно сказать, половину перепуганных, потому что с неверующей молодежью, которые для них разная речь, поступки абсолютно нормальные. Чтобы вы поняли атмосферу, какой мы находились, один из лидеров буквально на первый же день пришел и сказал, я был ответственен тогда, он говорит: извини, я не могу, я уезжаю. Я говорю: как ты оставляешь нас? То есть нас еще меньше. Нас осталось в итоге 12 человек. Господь провел через лагерь, разные были сложности. Что Витя делал? Он проповедовал, и как видели сегодня, он пел. Он пел и проповедовал. Он говорит: ребята, давайте вместе молиться, давайте вместе просить у Бога сил. Что для меня было таким ярким свидетельством, когда мы ехали обратно уже на автобусе с этой молодежью неверующей. Нам уже остается до Кишинева, это было по Кишиневу, остается буквально 15 минут ехать, и эта молодежь начинает рассказывать. Она говорит: мы вообще в шоке от того, что произошло. Они мне показывают целый чемодан алкоголя, который они перевезли с собой, но они его не употребляли. Они, девушки молодые, хорошо выглядящиеся, они говорят: у нас была цель соблазнить каждого лидера. И они это делали, но у них это не получалось. А вы знаете, мы с Виктором ехали, и у нас как будто, вот, знаете, как, ну, мы здесь все взрослые, да, молодежь. Как у мужчин у нас были как будто шторы. Мы этого не видели. Мы просто этого не видели. Прошло время. Я говорю Виктору, ему подарили майку очень интересную, Вера мне напомнила, с разными отпечатками пальцев, там, губ. Ну, девушки, они очень эмоциональные, они выражают эмоции, свои благодарности по-своему. Вера до сих пор помнит эту маечку. Но суть не в этом. Я говорю: Витя, как? Как после этого Вера с тебя не ушла? Ну, многие женщины, ну, понятно, жены, они как бы эмоциональные. Он говорит: ты знаешь, ценность не в этом.
И тогда, когда мне было, я старше Вити на один год, 21 мне было, я еще о женитьбе не думал. И он мне первый раз рассказал о том, что на самом деле женитьба – это классно. Это хорошо, это благословение, потому что главное не вера, а главное Христос. Потому что Он подарил веру Ему, и они верят в одного Бога. Для меня это было удивительно. Для меня это было поразительно, что для меня это раньше женитьба, брак – это всегда проблемы, всегда сложности. Но через это служение, через что Господь нас провел, я до сих пор удивляюсь Его, когда Он всегда старался возвращать свой взор, мой взор к Писанию. И знаете, один из мест Писания, которые я хотел бы поделиться с вами, можно, он не относится к них похоронам, он относится к тому, что делал Христос, когда Он был здесь. Вы знаете пример, когда Христос проповедовал в синагоге? Я прочитаю дальше. Христос увидел женщину, подозвал ее, и Он говорит ей: «Ты избавлена от болезни». Он возложил на нее руки, и она сразу выпрямилась и стала благодарить Бога. И вот здесь эффект. Эффект тех служителей, которые были впереди. Он говорит: старейшина синагоги разгневался и сказал тем, что Иисус вылечил ее в субботу. Он говорит: для работы есть 6 дней. В эти дни приходите лечиться, а не в субботу. И Господь ему сказал: лицемер. И вот здесь для меня пример Христа и пример, как поступал Виктор. Он не любил стереотипы. Если он видел, что есть нужда, вот сейчас молимся, вот сейчас обращаемся к Богу, вот сейчас мы говорим о той проблеме, друзья. Я хотел бы вас вдохновить и порадовать, что Господь всегда с нами. И Виктор, да, он прожил яркую жизнь. Я его знаю давно. И я благодарен, что его жизнь, его поступки, они показывали мне, фокусировали мой взгляд в первую очередь на Христа. Слава Богу. Пожалуйста, возможно, кто-то еще желает. Приглашаю вас. Представьтесь только, как вас зовут. Сюда, если можно, на сцену. Здесь просто свет, и для видео очень хорошо будет. Спасибо. Если вы хотите несколько слов сказать, подойдите. Спереди здесь есть, где присядьте, приготовьтесь. Приветствую вас, друзья, братья и сестры. Мои соболезнования семье, во-первых. Ну, вы знаете, у меня была возможность с Виктором служить в Тихоокеанском баптистском объединении несколько лет. И вот вспоминая сейчас, вот размышляя о том, какие моменты вспоминаются, да, насчет Виктора. Вообще-то вспоминается очень много. Очень много у нас были с ними разговоров, серьезных разговоров. Мы там в организационных разных вопросах проблемы там решали. Но вы знаете, вот в любом моменте, когда просто вспоминаешь его подход во всем, вот прям вспоминается мне самая яркая, это вот его вот эта вот улыбка. Вот такая вот улыбка у него была вот реально всегда. Вот хоть что он не делает, у него улыбка. Мы с ним там какую-то серьезную тему поднимаем. Виктор обязательно нам пошутит и обязательно улыбнется. И для меня это, знаете, так было очень интересно. Я вообще-то оптимистический такой, думаю, оптимист по натуре. Но вот у него это выражалось вообще. Как-то вот, как сказал уже брат, реально он был рожден, наверное, чтобы сюда попасть в Америку, потому что это не славянская такая наша trait, да? Ну, мне самое вот, размышляя на том, как его вообще описать, как вообще Виктора описать, как мне помнится Виктор, да? Это апостол Павел, уже брат проповедовал насчет 3 главе, да, к филиппийцам. А мне 4 глава вспомнилась. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Радуйтесь всегда, Господи, еще говорю, радуйтесь». На самом деле, Виктор, знаете, вот его улыбка, эта радость просто поразительна. И я думаю, что на самом деле он не просто был рожден каким-то оптимистом. На самом деле, я думаю, эта радость на самом деле была укоренена именно в Господе. Для меня вот этот пример в том, что эта радость наша, она не должна зависеть от каких-то моментах нашей жизни, может, каких-то сложностях. Эта радость, которая укоренена в Господе, она должна присутствовать всегда, потому что она не теряется, несмотря на какие-то сложности или еще на что-то. Я хотел огромное, огромное благодарность выразить, во-первых, семье, потому что на самом деле Виктор коснулся очень-очень многих людей, которые вы даже, может быть, не знаете. То, что вы его поддерживали, его служение, то, что вы его отпускали, как он часто ездил на эти митинги, комитеты и так далее. Я
очень благодарен вам. Спасибо вам большое. Пусть Господь будет прославлен через жизнь Виктора. И будем помнить эти слова для нас. Радуйтесь, Господи. И еще говорю, радуйтесь. Добрый вечер, меня зовут Ярослав. Я имел благословение знать Виктора больше 23 лет. И есть стихи одного поэта, он сказал так: «Мы все умрем, людей бессмертных нет». И это всем известно и не ново. Но мы живем, чтобы оставить след, дом или тропинку, дерево или слово. Я бы хотел поделиться несколькими следами, которые Виктор оставил в моей жизни, чему он меня научил. Вы знаете, я познакомился с ним при обстоятельствах. Мы только покаялись, организовали в Кишиневе клуб для неверующей молодежи. Мы были все новообращенные, горячие, но с духовностью у нас были проблемы, так сказать. И нам нужен был кто-то духовный, как мы называли, пастор наш. И нам посоветовали Виктора, мы познакомились с ним. Он стал приходить на наши встречи, подготовки. Открылся клуб, и получилось так, что в нашу встречу, где пришли неверующая молодежь, нам пришли две конкурирующие группировки. Но если вы, те, кто жили в 90-х годах в Молдавии, в России, вы знаете, что такое конкурирующие подростковые группировки. Это не были мамины дети, это не были папины красавцы, это были люди с сложной судьбой, вот так скажем. Но мы остальные были очень рады, что они пришли. И я помню, Виктор тогда проповедовал, было очень много, и он в нашу группу влился, как будто он был предназначен. И для нас это было нормально. И только через много-много лет, потому что мы очень много дружили, мы очень много общались, он рассказал: знаешь, когда я пришел на вашу первую встречу, мне было страшно. Все такие необычные, так скажем, для христианского мира. Когда пришел ваш первый клуб, и когда пришли эти группировки, нужно было говорить, мне было очень-очень страшно. И тогда первое, что я вынес, что для того, чтобы говорить людям о Господе, он переступал свой страх. Он шел в среду, которая не была для него обычной. Для нас с Виктором это было привычно. Мы пацаны нормальные, чопы. А для него это было что-то страшное, новое. Но он для того, чтобы достичь неверующих, шел через это. И для меня это урок, что иногда для того, чтобы кого-то привлечь, нужно переступать через свой страх. Идти в ту среду, которая непривычна, чуждая, но не бояться идти, и Господь поведет. Это не наша работа, это работа Господа. Вторую вещь, которую я хотел сказать, потому что мы на протяжении больше 10 лет часто встречались по субботам, по утрам, завтракали и рассказывали. Одна вещь, которую он мне научил: я человек резкий. Он мне говорил: Ярослав, стоп, ты подумай, что он говорит, как он думает. И он меня научил иногда понимать, что другие люди могут думать по-другому. Это их мысли, это их жизнь, это их ценность. Не быть категоричным. Мир не черно-белый, мир цветной, мир разный. И Виктор учил меня смотреть на людей глазами Христа, понять его, не осудить, а попробовать понять. И третья вещь, которую я бы хотел, что он научил: в моей жизни был тяжелый период, я попал в сильную аварию. И выздоровление это было связано до сих пор с большой болью. Я живу с болью, я просыпаюсь часто с болью, живу с болью. И иногда, когда ты живешь с болью, хочется, ты уходишь в себя. Тебе же не будешь всем говорить: о, мне больно. Ну это глупо, в кого парит твоя боль? И мы уходим, когда нам тяжело, мы уходим в себя, мы закрываемся. И одна из вещей была то, что когда я закрывался, Виктор говорил: давай пошли встретимся, давай поговорим. Он помогал, вытаскивал для того, чтобы я не закрылся. И я хотел сказать, что вот меня научило то, что когда мы видим людей, они могут проходить через разные. Иногда мы должны делать какие-то первые шаги, помочь человеку, пройти ему что-то, помочь человеку. И Виктор был тот человек, который помогал мне проходить эти сложные периоды. Я сейчас, анализируя то, что было раньше, я вижу то, что он очень много помог. Общение, разговоры. И одна из вещей, что он не боялся думать вне коробки. Он не боялся. Он не побоялся прийти к этим трудным подросткам. Он не побоялся к нам прийти. Он не побоялся видеть Христа и Бога с другой стороны. Не только как мы привыкли. Не побоялся думать чуть-чуть по-другому. И я бы хотел сказать то, что Виктор знал, что он умрет.
Так как мы близко общались, и было, и я помню одну из наших встреч в декабре, где он сказал: все, я уже хочу к Богу. И даже я могу сказать, что несколько лет назад, около пяти, мы как-то завтракали, знаешь, так хочется на небо, вот так хочется уйти к Христу, вот так сильно-сильно хочется. Я говорю: о, Виктор, успокойся, здесь еще жить да жить. Но пришло время, и я бы хотел сказать слова Виктору или нам. Это Исаия 60 глава, 19-20 стих. Я думаю, многие из вас слышали: не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни страдания твоего. Аминь, аминь. Друзья, может, еще кто-то? Пожалуйста. Верочка, детки, здрасте. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, my name is Tatiana Gapanov, and I actually am here to say today that Vera and Victor were a part of my upbringing. They were my leaders. They were my youth leaders, and they were a really big part of my journey as a Christian. So one of the things for me is that sermons are sermons, but worship speaks to me louder and stays in my heart far longer than any sermon. Because I find myself that sometimes I'll be doing something or I'll be going through a battle in life, and just lyrics are somewhere in the back of my head. And just like that, they just keep me going. Victor and Vera were such a big part of my upbringing, and they were in the church that I grew up in. And I think about it, and it's been more than 15 years, and I'm like, man, time just flies by. In the blink of an eye, everything just went by so quickly. It just feels like yesterday we were all together sitting, having tea, camps, worship. You guys were, the girls, you were so tiny. You were still running around the church all over the place. Boys were too tiny. You know, it was just such a big part, and I regret to say that I wasn't there for the last 15 years. And to be here today, I'm really sorry that you guys are saying goodbye. Verochka, to your best friend, to your person you lived your whole forever after with, and kids, your father. I was watching the videos with everybody, and you know, a funny image kind of popped into my head. I can imagine when you guys meet him in heaven, he'll probably be there with the sock puppet, just kind of welcoming you in. I mainly just wanted to say that I didn't have the chance to thank Victor for all his leadership skills and all the raising that he did. Not only did you guys have a family of your own, Verochka, but you guys dedicated so much to so much youth and the youth after me and your children. You guys are such a big part of so many lives, and you've touched so many people. May God bless you guys as you go further without Victor. So, thank you. Будь ласка. Дуже попрошу коротко, часу небагато залишається, тому будь ласка. Добрий вечір, друзья, друзья, родні і близькі. Улетают души, улетают. Их Господь на небо забирает. С грустью смотрят на нас и улыбаются, но назад уже не возвращаются. Я хочу коротко рассказать пару моментов из жизни Виктора. Это мой племянник. Так было, что я жил в этой семье, в этом доме, и я первый сообщил о его рождении. Расскажу, почему. Я был студентом, и вы знаете, там в Союзе уходили в роддом раньше, ну не так, как в Америке, да, там некоторое время. И я, будучи студентом 17 лет, после занятий пришел в роддом и даже не знал, откуда зайти туда. Но тем не менее я знал, что Маруся там. И я нашел вход и спрашиваю: ну вот, отец смотрит на меня, ну пацан 17 лет, тут сюда другие люди приходят в роддом, ты зачем-то пришел?
Я говорю, она сестра моя, как дела, как у нее все? Ну, там спросили, карантин и все, ну, передали. А в тот день, потому что Жора на работе был, и в тот день я каждый день заходил уже к ней. И мы договорились, что я к окну подойду. И когда я уже подошел к окну, эти позвали, и мне в окошко показали Виктора. Я шел домой самый счастливый, потому что я узнал и увидел уже это маленькое личико моего племянника. И вы знаете, у нас с ним были особые отношения. Я ушел потом в армию, вернулся, тоже еще пару лет прожил в этом доме. И так было, что в садик я водил их по дороге в город на занятия. И вот однажды несколько дней он пропустил. Ну, вы знаете, говорят, что на похоронах или об умершем надо говорить только хорошие. А я считаю, что надо говорить правду, да? Ну, извините за то, что я сейчас расскажу. И у нас с ним были особые отношения. И вот мы, когда пару дней он не был в садике, и мы идем в садик с ним так за ручку, всегда у нас были доверительные отношения с ним. Однажды после садика, когда я его забрал, я спрашиваю: «Витя, как у тебя дела в садике, все нормально?» Он говорит: «Да Кенка меня ударил». Я говорю: «А ты ему сдачи дал?» «Конечно, еще до того». Вы знаете, вглядываясь в это лицо, мне понравилось вот то, что написали, что celebrating life. Вы знаете, не прощание, не рыдание, а вот радоваться той жизни, которую Бог дал ему. А теперь он его, он забрал его к себе. Я смотрю на черты его лица, я вспоминаю его прадедушку, моего дедушку, которую я не видел еще. Мои родные помнят, Иван, дедушка Иван. Вот черты лица у них одинаковые. Дедушка был настоящий украинец, настоящий казак, как Тарас Бульба, такие усы у него были. Все, но он был очень строгий, очень серьезный. Витя на него похож образом, но благодаря тому, что Господь, он нашел Господа, и Господь нашел его. Он совсем другой человек, он добрый человек. И хотя мы здесь в Америке, как говорится, жили в одном городе, виделись редко, но приятно было слышать о том, что Виктор и семья его, они в труде. И вот последний момент, когда я его вел в садик однажды утром, я вспомнил его вот о том, что буду говорить или что мне вспомнилось. И я его отвел в садик, он пару дней не был в садике. И мы всегда, когда я его приводил в садик, там снимали верхнюю одежку, там ставили в шкаф, как в прихожей в группе и все такое. И после этого он ко мне подходил и так, до свидания, и бежал в группу. А этот день был каким-то другим, вы знаете, я его привел, и он пошел, снял курточку, шапочку там на полочку положил. И в этот момент оттуда с группы выбегают дети. Бегут мальчики, девочки, кричат: «Витя, Витя!» И взяли за ручки, девочки, мальчики взяли его за руки. И он ко мне не повернулся, и так и ушел. Я вспомнил это время, мне было немножко грустно. Ну, думаю, это дети, понимаете, как по-детски. А сегодня Витя тоже ушел. Господь забрал его к себе, да будет имя Господне прославлено всему свое время. Аминь. Спасибо за внимание. Good evening, everyone. My deepest condolences to the family, to Vera and the babies and the kids. I had an opportunity to see Victor during the last few days, and we were all just rooting for him. Nobody wanted to see him just pass. As I was sitting here, and I don't speak your native language, as you can tell, sorry for that, but I feel like God put this on my heart. It's in Isaiah 57, 1-2. It says, "Good people pass away. The godly often die before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil one to come. For those who follow godly paths will rest in peace when they die." So from the deepest of my heart, I know that Victor is in a better place, that he's in peace, that
what God has planned has happened. That's what I want to say. And I stand here as evidence that His light was international. I don't look like most of you, as you can tell. I'm a Rwanda native, so His love reached that far, all the way to Africa. And I am evidence of that right here. So He didn't just impact His boundaries, but He went above and beyond to every human being that He met. He was really that light. The smile that you see in the picture, that's all the Victor that I've ever known. That's the smile that I've always seen with Him. I've never seen Him down, but He always had that smile. So the world has lost such a light. It's like the star has just been scuffed out of this world, and we'll forever miss Him for sure. But God has a plan. And one last thing that I wanted to say is that really, truly, Victor was the light and He was the salt. He lived it truly with every human being that He met. And it's not just Victor only, but Vera as well. They were always always together. So their light impacted all of us. So I just want to really give you my deepest condolences. We'll all miss Victor, and I just pray that God will comfort you. Thank you. Добрый вечер, всех приветствую. Ваш пастор сказал минута и убегаю. Да, значит, это хорошее дело приходить на траурные, иногда получаешь откровения. Раечка, я вас давно знаю, и Виктора, и я вас считала за молдаване. Вы, кажется, украинцы, это очень приятно услышать было. Другое, я с Верочкой очень дружна, и поэтому все говорят о Викторе. Детки, папы нет, а мама рядышком. И ваша мама делала большую тайную работу, она молилась. И мы с ней молились, и она молилась и благословляла вас, ваш бизнес, Верочка. Дай Бог тебе крепости, здоровья, благословений. А я из церкви, которая вот камерная группа, благодарю, что вы были у нас. Hello, I am George Pascal. I'm Victor's son. And I have a few words I'd like to say. So I started writing this on May 7th. Little did I know, less than a month later, he would pass away. But on May 7th, Dad was always tired. He was unable to speak, he was unable to walk, and his strength was fading from him bit by bit every day. And despite all that, I always saw him as a strong, wise, loving, caring, and disciplined man that I saw when growing up. He was a man that guided me through my hardest times, and he gave me wisdom, and he taught me what it meant to be strong. I am a God-fearing man thanks to his wisdom and his guidance. One of my favorite memories I have with my dad is a time when we went shooting with him. The day was a cloudy day, and we brought with us a 24-pack of soda. We lined them up at random intervals throughout the range, and we had a small competition to see who could shoot down the most cans. It lasted about 2 hours, because we both had awful aim, but it was some of the most fun I ever had. And it breaks my heart that I will never be able to do that again with him. I will end with this. My father is and forever will be the ideal man that I strive to become. He is strong, he is kind, he is wise, and above all else, he is a man of God. His death on earth is painful, and I will miss him dearly, but he has taken a seat at the table of heaven. May we all meet him there one day. Thank you. Приветствую всех. Меня звать Валерий. С Виктором мы вместе учились 3 года. С 97 года по 2000, даже по 2001. Хотел бы от своей семьи принести искренние соболезнования родным, близким, Вера, тебе и вам, детки, кто знает нас, кто хотели принести вам искренние соболезнования. От имени моей семьи, от себя лично хотел сказать, что в моей памяти, в
памяти всей нашей группы и в памяти всех тех, которые, с которыми я общался, Виктор всегда есть. Я не могу сказать, что Виктор был. Не могу говорить о нем в прошлом, в прошедшем. Виктор есть. Он пошел на повышение. Он пошел к Господу. Один стих, который мне нравится больше, чем в синодальном переводе из Псалтиря, говорит так. «Драгоценно в очах Господа жизнь верных Ему». Виктор был и есть верный Господу. На меня лично, мне было 18, ему было 19, когда мы познакомились, когда мы поступили в колледж учиться. Для меня лично он был как будто бы на голову выше меня, как будто бы на голову взрослее меня. И я смотрел на него, я учился от него. Для меня он много чего мне сказал, того, что для меня было интересным, познавательным для моей личности, для становления моей личности. Мы с ним, как они поженились с Верой, мы с ним в одном направлении домой ездили после колледжа. И мы очень много времени проводили в транспорте, минут по 40 каждый день. И мы много о чем говорили. И я удивлялся тому, что у Вити не было плохих дней. У Вити не было негативных дней. У Вити были всегда хорошие дни. И ощущение такое было у меня и есть, и до сих пор, что у него проблем не было. Хотя мы знаем, что у него проблем действительно не было. У него были сложности, с которыми он героически сражался. И сражался с ними так, что выходил победителем. И слава Богу за жизнь Виктора. Вера, тебе благословений, крепости, мудрости. Мы молимся за тебя, за твою семью, чтобы вы проходили эту долину испытания с поднятой головой. Я знаю, что это нелегко, но пусть Господь поддержит, поможет и утешит. Большое спасибо. Сейчас будет исполнение на скрипке. После этого Аня Дашкевич с Дианой споют песню. Друзья, 16 августа 2022 года мы с Витей сделали интервью. Интервью, которое еще никто не видел. Видел наш режиссер или оператор, который делали. Я видел часть. И сегодня мы покажем маленький кусочек. И после этого будет уже полнометражное интервью. Оно будет на Ютубе. Вы сможете посмотреть. Я думаю, для Веры и для детей будет много сюрпризов. И много таких вещей, которые, я думаю, приятны сегодня будут. Пожалуйста, сейчас скрипка, и после этого дуэт.
берусь, родная моя, хочу сегодня спеть песню о небе, о том, что ожидает каждого из нас. Видите, для многих стал примером веры, примером любви к Богу, как Он ее отображал. И я хочу, чтобы мы помнили, что здесь, на земле, мы все должны продолжить миссию, отобразить Христа, показать, проявить, дать любовь, как давал Он. Пусть небо для нас всех станет родным. Yeah.
учат меня верить, по-настоящему верить. Не просто говорить: «О, я да, я верю». Нет. Сказать «я верю» — это одно, а вот жить, доказывая жизнью, что ты веришь. Вот помнишь, в Евреям написано, что Авраам поверил сверх надежды, поверил с надеждой. Угу. Вот такая вера, когда у тебя, когда ты смотришь, надежды нет. Доктора говорят, надежды нет. Но ты сверх надежды, ты веришь с надеждой. Ты веришь, что Бог силен даже в этой ситуации, даже в том, что вот нет, нет никакой надежды. Он может исцелить, он может поднять, он может сделать, он снова может его восстановить. Он даже может воскресить его, когда он умрет, понимаешь? То есть я верю в то, что, что бы ни случилось, даже если он заберет его, это был его план, и он проведет нас через это даже так, как бы. Был почему или почему я, допустим, Господи, это ж не только я, что тут я, я умру, допустим, и все, а дети, а жена, вот эти вот вопросы, они, конечно, очень трудные для меня. Витя какую сторону принял? Опустил руки или начал бороться? Ты знаешь, я думаю, что начал бороться. Потому что ты заставил или потому что он хотел? Я думаю, ради детей, ради меня. Дети, они тоже проходят со мной, с верой. Они... Они должны говорить, что они, что Бог делает свою часть, знаешь. Вот это для меня много самое тяжелое, что дети, они должны верить, что Бог их не оставит. Если Бог не примет дать исцеление, вот решение, ты говоришь об этом с детьми, что дети, а если Бога будет другое решение? Я говорю про это. Они надеются. Ты боишься другого решения? Нет. Я, как сказать, я знаю, что Бог, даже если умру, то я пойду на небо. Если честно, вот, я бы очень хотел увидеть небо. Я бы хотел. Но Бог нам сказал, что мы пройдем через все.
это не говорит, что мы выздоровеем, но что мы пройдем через все. Что тебе помогало вот идти этот путь, который ты уже прошел? Вера, в смысле жена моя, она очень, очень помогла мне в этом. Очень, не могу сказать это. Она очень много прошла со мной. А то там, если бы я был один, я было, не знаю, это было бы очень тяжело. Когда есть тяжелые дни, то думаешь, Господи, я уже хочу на небо. Приходят такие мысли, да? Да. Но Вера, она сказала, обещай мне, что ты будешь бороться. Я обещал, поэтому я сейчас я борюсь, ну, что и верю действительно, что мы через все пройдем. Я бы очень хотела это увидеть. Но гораздо важнее, даже вот этой мечты, наверное, гораздо важнее, чтобы вера не иссякла до самого конца. Чтобы в конце он мог сказать, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. И это, наверное, самое важное. Кто быстрее просит прощения, ты или Вера, когда бывает какой-то конфликт в семье? А, извините, сейчас. Это... Она думает, что она, а я думаю, что я. Я серьезно говорю. Это было интересно. Если бы еще раз прожил, то, наверное, бы ничего не женился бы именно на ней, да? Да. Что бы ты, Вере, сегодня хотел сказать в камеру? Останется она еще следующие 150 лет. Ого. Я ее люблю. Вот. Мне кажется, чтобы если он еще раз женился, у него не было бы вариантов выбирать что-то. Вера все равно бы заставила его. Я когда приходил часто домой, я был свидетелем этого. Вы знаете, меня всегда история... Вот Ярик сказал слово сегодня, никого не парит болезнь, да? Или боли другие. Ну, слово не парит, что вы могли понять, это украинским языком, это называется «никого не интересует». Просто перевожу вам. Я когда познакомился с Витей, с Яриком, первый раз мы в Старбаксе были, я пришел поговорить с Витей, но Ярик говорил 30 минут. И не переставая. И после этого я говорю, а у меня есть трое людей, которых я называю дядя. Одного уже нету, еще двое здесь на земле. И вы знаете, я говорю, дядя, скажи что-то. Он говорит, давай помолимся. Вот Витя был человеком, который много не говорил, но говорил по сути. А Вера это противоположность. Ты приходил домой, и вот Витя молчит, а Вера разговаривает. То есть Вера говорит, мы идем в украинскую церковь. Витя говорит, да, мы идем в украинскую церковь. Они были сначала в русской церкви, потом 10 лет в американской церкви. А потом я его всегда тянул к нам. Говорю, Витя, идем к нам. У нас много нецерковных людей, много труда. Ты же так болеешь. Тебе же так нравятся, ну, нецерковные люди. И вы знаете, он принимает решение, и он говорит, мы будем в украинской церкви. А они пришли в украинскую церковь. Я помню первые служения, они вдвоем сидят, вот так с Верой, Витя, и слово такое «незабаром», вы знаете, да, это, ну, по-русски как оно будет, «скоро», наверное, да, «скоро». И вот Витя потом после этого, Вера ему нагинается и говорит, что Витя, я что-то не понимаю, что это за слово, «незабаром». А Витя говорит, я сам не знаю, «забаром» или «незабаром», говорит, сам не могу понять, где точно оно.
Но я смотрю, их сердце, оно всегда было здесь. Я приходил домой, дети всегда. Жорик, я иногда спрашивал, слушайте, вы видели, как папа вообще нервничает? Папа кричит что-то, возмущается. Я ни разу этого не видел. Я знаю его больше 18 лет. Но я всегда видел его полное спокойствие. И один раз в жизни он меня напугал. Когда ему врач сказал о том, что опухоль начала расти, и Вера текстанула эту информацию, я был в церкви, в офисе, я мгновенно собрался и поехал к ним домой. Веры как раз не было дома. Я помню, как я открыл дверь и зашел в бейсмент вниз. И помню, как не было света, и он сидел прямо на диване. Я заехал, он очень любил кофе. И я взял сегодня чашечку кофе и объясню сейчас, почему. Я взял кофе, черного кофе. Кто знает, что он любил кофе, да? Мне кажется, иногда, что у него вместо крови там доза какая-то кофе протекала просто в венах. Он очень много пил кофе. Витя, чашка с кофе, и даже мы на стрельбище поехали, и он впервые, ну, стрелял с пистолета, и он меня мотивировал. Я сдал на CCW. Вы знаете, он с кофе стоит, жалко, нету этого видео, не можем включить, и он пистолет заряжает. Я говорю: Витя, что ты делаешь? Он говорит: готовлюсь к встрече с тещей. Я не знаю, теща с 2009 года в Небесном Царстве. Куда он готовился, я так и не понял, но суть сама. Вот я захожу туда вниз, в этот бейсмент, сидит Витя на диване, я заношу чашку кофе, и я впервые увидел его испуганные глаза. Я не увидел покоя у него в глазах, обычного, который я всегда видел, даже во время химиотерапии и всего остального. И я включил свет, сел напротив него, поставил кофе, я говорю: Витя, я тебе кофе взял, себе взял кофе. И он смотрел на меня, и он уже плохо разговаривал. Я говорю: Вить, скажи мне, тебя что-то болит? Я вижу, у тебя, ну, не такой, как ты, как обычно. Тебя что-то болит? Тебе болит тело, голова болит. Что тебя болит? И вы знаете, он выдавил из себя это слово, одно из последних слов, которых я слышал от него. И он посмотрел на меня и говорит: болит. Кивнул головой: болит. И потом долго не мог сказать, и в конечном результате сказал: душа. И вот так он хлопнул себя в грудь. У меня болит душа. Мы с ним имели общение, молитву. Друзья, я после этого приходил, я видел его еще. Но я видел, когда у него в сердце и в его глазах был покой. Я сегодня хотел бы прочитать место, которое все вы знаете. Псалом 33, 9 стих. Я был именно в ночь, когда Бог забрал Витю в небесное царство. Вера текстанула, что стало очень плохо. Я приехал, Серега вместе с женой были там. И я приехал с нашим руководителем семейного служения. Вы знаете, я часто вижу людей, которые болеют, умирают, потому что пасторское служение такое. Но в этот момент, в этой комнате, почему-то я стоял над ним, я положил руки на его ноги и сказал: Господи, ты дал ему жизнь. Ты его позвал к себе, и он пришел к тебе. Ты сказал: иди за мной, и он и шел за тобой. А сейчас скажи ему: взойди ко мне. Господи, позови его душу, потому что устал. Трудно, очень трудно. И, друзья, я обратил внимание на то, что ничего он с собой не забрал. Абсолютно. Даже пара носков. Абсолютно ничего он с собой не забрал. В 3 утра и 51 минута Вера написала о том, что Бог позвал Витю. Он выпрямился, сделал последние 3 выдоха, и его душа пошла к хозяину. Хозяину тому, кто дал ему жизнь, который вдохнул в его жизнь. Хозяин, который мы называем его Иисус, и Бог, которому он служил, с которым он и шел, о котором он свидетельствовал, о котором он говорил и любил его больше своей жизни. Но он ничего абсолютно с собой не смог взять. Но я запомнил одну вещь. В Псалме 33, 9 стих написано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Если я сейчас вас прошу, или вы помните ресторан, который очень запал вам в душу и ваше сердце, и, скорее всего, каждый из вас назовет место, а, возможно, и блюдо. Я часто вижу, как мои дети, они кусают какую-то еду, говорят: that's the best. Это самое лучшее. Я еще такого вкусного не пробовал. Я не знаю, ли вы разбираетесь в кофе, но
я разбираюсь в кофе, Витя разбирался в кофе. Мы специально сделали кофе, и я благодарен нашим ребятам, молодежи. И на этом стаканчике каждом, который вы взяли с кофе, написано «Виктор Паскал». Я видел, как он брал чашечку кофе, делал глоток. И он говорил: «Вадик, Вадимчик, отвези меня еще раз в Poor Choice в Ауберне. Там очень хороший кофе». Я вкусил, я попробовал это кофе. Там очень хорошее кофе. И, друзья, когда я познакомился с ним, написано, что Давид говорит: «Я вкусил, вкусите и увидите, какой благ Господь. Благословен тот, кто ищет прибежище именно у Бога, у Него». И я понял, когда я соприкоснулся с Витей, я понял, что он вкусил, какой благ Господь. Потому что когда я попробовал, или когда я стал частью дружбы с ним и отношений, я увидел в нем моего Бога. Это было в каждом движении. Это было в его поведении, в словах. Это было в его отношениях к людям. Это было во всем. И я подумал себе, ничего он с собой не забрал. Но вы знаете, каждый, кто вкусил Бога, каждый человек, который попробовал, какой есть Господь, он не может не передавать вкус, характер, поведение, слова. Он не может не передавать нашего Бога. И в этом есть суть. Сегодня мы празднуем жизнь. И сегодня, я знаю, много из нас здесь в зале, мы соприкоснулись с Витей. И мы увидели в жизни его, не Витю, а увидели Иисуса, о том, о чем мы сегодня говорили. И я в ту среду, 31 мая, стоял, смотрел, я вышел на улицу, стал возле нашей, возле своей машины вместе с Сашей Полмарчуком. И мне позвонили, я завтра еще после обеда буду ехать в Фресно на предпохоронное служение, после Витиного похоронного служения. Черновиц, наш человек знакомый, сердце остановилось, и на этом закончилась его жизнь. Я стоял на улице, слонившись на машину, и я себе подумал: друзья, везде, где Витя прошел, Бог оставил хороший след через его жизнь. В его детях, в его семье, в церкви, в которой он ходил, в Бейсайде, где он долго служил. И везде, где Витя был, у людей остался привкус нашего Бога. Я хотел сегодня спросить нас, сейчас будет последняя песня. Мне очень нравится эта песня «I can only imagine». Если вы не знаете историю этой песни, это человек, который написал эту песню, которого отец был алкоголиком, безбожником, издевался над сыном. И сын написал песню, которая стала популярной. И отец заболел раком, и этот сын обходил этого отца. И этот сын был свидетелем, как Бог забрал его душу к себе. И он написал эту песню «I can only imagine». Я только могу представить, я не знаю, что там будет в небесном царстве. Но я вам скажу, мы с Витей договорились. Витя, если ты придешь первый, ищешь сразу нормальный кофешоп. Сразу. И сразу смотришь, где нормальные roasting machines, где нормальные делают кофе. Смотришь хороший столик возле окна. И когда мы придем, когда я приду, обязательно поведи меня туда. И там познакомимся с апостолом Петром, Иаковом. Там Елисея мы встретим. Друзья, мы там увидим Иисуса, мы увидим многих. Я не знаю, ли нам будет интересно, почему всего остального так много. Но я вам точно скажу, никто из нас не захочет обратно сюда. Если бы хоть чуть-чуть мы увидели Небесное Царство, ничем бы нас не заманили обратно на землю. Мы ничего с собой не заберем. А еще хотел добавить последнюю мысль, и мы помолимся. Друзья, какой привкус у людей, которые соприкасаются с нами. Какой привкус у людей, когда они соприкасаются с тобой и со мной? Есть ли у людей привкус нашего Бога? Если я вкусил Бога, то люди, соприкасаясь со мной, они могут увидеть, почувствовать и пережить нашего Бога. В этом есть вся красота христианства. Я — это просто оболочка. И все, что я сегодня достиг, я имею. И все, над чем я тружусь, и что я сильно держу возле себя. Друзья, никто из нас абсолютно
ничего не заберет в небесное царство, кроме двух вещей. Что я сделал для Бога и что я сделал для людей. И это все. Я рад, что Витя у Бога. Он старше меня на 5 лет. Я рад, что он у Бога. И я точно знаю и верю, он любил Бога всем своим сердцем. И он не меньше любил своих детей, свою семью. Но Бог принял решение. И это решение, возможно, мы узнаем в небесном царстве, а возможно, нас не будет интересовать. Но сегодня меня интересует, какой привкус оставляю я в жизни других людей. Давайте мы поднимемся. Мы сейчас помолимся. Друзья, я еще раз хочу сказать спасибо за ваше терпение. И спасибо, что вы сегодня пришли. После молитвы наше служение будет законченным, и мы сможем послушать песню, а вы сможете во время песни просто подойти к родственникам, обнять их, потискать немного, сказать, что вы их любите, что вы молитесь о них. И мы завтра в 10 часов утра будет похоронное служение в Розвилле, на кладбище. Мы всех вас приглашаем, кто может. Приходите. Мы сейчас нужны. Потому что такой период жизни. Господи Бог наш, спасибо Тебе, что Ты жил в Вите, Ты есть в Вите, и Ты оставил памяти нашей, Господь, хорошие моменты. И сегодня, Господи, наш брат, друг, папа, он сегодня в небесном царстве. Господи, а мы еще бежим. Иногда настолько нас забирает эта суета, что мы забываем о самом главном, Господи. Если я вкусил, какой благ Господь, то и другие люди должны через мою жизнь видеть Бога. Я сегодня молюсь о себе, Господь, и за каждым из нас. Помоги, Господи, чтобы каждый, кто соприкасался со мной и каждым из нас, они знали, этот человек Божий. Чтобы люди хотели служить такому Богу, хотели любить такого Бога. Господи, я благодарю Тебя за веру, за ее стойкость, за отвагу ее, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал ей силу пройти через весь этот период и дашь силу пройти дальше. Господи, спасибо за детей их, за верность. Я благодарю Тебя за Жорика, Господь, за Тому, за Настю, Джеремаю, за Тиму, Господь. И за эту манюню, которая ждет Настю с Джоэлом, Господь, благослови предстоящие роды, выносить и родить этого ребенка правильного, сформованным для Твоей славы и для их радости, Господь. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что великий Бог был виден в жизни нашего брата. Тебе слава, Господь, и Тебе поклонение. Господи, мы можем только представить, как там хорошо. Мы все идем туда, Господи, просто каждый придет в свое время. Спасибо Тебе, что мы, христиане, имеем надежду. Спасибо Тебе, что мы знаем, Господь. У нас есть упование. Спасибо Тебе за это. Мы любим Тебя, Господь. Поклоняемся Тебе. И, Господи, помоги, чтобы, вкусивший Тебя, люди могли в нас видеть живого Бога во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал аминь, друзья. Мы будем петь, пожалуйста, кто хочет из вас. Вы можете пройти, давайте так, чтобы мы не хаотически с этой стороны, справа от вас. Подойдите к родственникам, обнимите, поплачьте вместе, скажите приятное слово, поддержите. Or enough.
I can only imagine.